покупки на Wildberries. Покупаем телефончик вот такой неплохой. К нему идет сразу, можно сказать, защитное стекло. Но оно, правда, бракованное. 5 раз одеваемся, 5 раз оно сваливается. И рекомендованный такой вот чехол. К телефону он вообще не подходит. Ну, Wildberries, как всегда, все вот так у них интересно, да? Но мы на этом не отчаялись, ведь они же говорят, мы вернем деньги. Неделю ждали то, неделю ждите деньги. И мы берем ватрушечку. Ну, офигенная ватрушечка. Вы поглядите, какая ватрушка, между прочим. Просто супер. 120 дирхамов диаметром. Выдержит слона целого. Только люди, которые ее укомплектовывали, засунули вот такую маленькую-маленькую резину. Шину. Вот видите, какого размера шина. И все, вот что-то в Wildberries через одно место делается. Мы ее ждали почти неделю. Теперь надо ее возвращать им. При этом и за доставку заплатили деньги. И ждать еще неделю, когда они нам ее еще раз заменят. Wildberries, вы испортили реально новогодние каникулы детям своим подходом. Так работать нельзя.